В Екатеринбурге пенсионерка задержала лжеучасткового. Ранее судимый житель Челябинской области пытался ограбить ее квартиру, переодевшись стражем порядка. Бдительная гражданка сразу заподозрила неладное, участковый наотрез отказался предъявлять удостоверение. Прибывшие на место уже настоящие полицейские арестовали злоумышленника. Выяснилось, что он работал с подельником, производивший ремонт в квартире потерпевшей. Подслушав телефонный разговор, тот решил, что женщина взяла в банке кредит и захотел поживиться. Однако деньги оказались давно потрачены, и благодаря собственной сообразительности пенсионерке удалось задержать незадачливого грабителя.